Какая сила у растений! Пробиваются тюльпаны на свет, чтобы продлить свою жизнь. Трогать не буду, они сами должны эту землю приподнять и подняться над землей. Сейчас покажу еще кустик. Вот еще тюльпанчики, видите? Даже эта шишка, но лучше я уберу вот так, чтобы было им больше солнышка. И тут они сквозь шишку пробираются так. Немножко убрать и дать им свободу. Почему решила убрать сухую траву? Ну, чтобы они не были желтыми. Посмотрите, видите, там, где была трава, желтеют стволики. А мне это не нравится. А траву я еще не убирала, потому как возможны повторные заморозки. Здесь был уложен большой камень, и растения как бы мучились в камень. Видите, я убрала, оставила маленький, дала возможность пробиться, потому что вот эти были под камнем, и они, как бы, видите, еще красные, но тоже тянутся навстречу.